Праге и окрестностях немало интересных мест. Одно из них – замок с корчмой в Детинице. Увлекательный аттракцион. Кратко о замке. Построен он был в 1760 году семейством Вальдштейнов. Позже его приобрели мальтийские рыцари, а еще спустя время его купил инженер Эммануил Ржегак. В 1948 году он национализирован. Здесь размещался интернат для трудных подростков. В 90-е его купила некая еврейская семья, говорят, за 1 евро. Полностью отреставрировали. Хозяева живут на третьем этаже. Кроме замка с экспозицией 17-18 веков, работает пивоварня, корчма с ежедневным шоу и отель. Кухня очень вкусная, но вредная. Напитки такие же. Атмосфера средневековая. На полу солома, на стенах шкур. Аутентичные официанты ругаются, иногда швыряют чем-нибудь в посетителя. В течение 3 часов происходит много чего. Танцы на столах, разборки с ножами, стрельба, живые удавы, изгнание бесов и прочее. Заканчивается огненным шоу. Непонятно, как они до сих пор не сгорели. В общем, адская вечеринка. Один минус – много народа. Были там в 2005 году, еще не было китайцев. Сейчас, думаю, зомби-апокалипсис. А может и нет. Короче, мероприятие того стоит.